Хуй in the жопа. Спасибо большое за донат. С текстом продолжим медицину Харлашки. Колу, прочь, где много сахара, у тебя появляются камушки. А выходят они просто пиздец. А откуда они выходят? Из письки. Из хуя. Это ужасно. Первый раз у меня это вышло в казино в Риге. Сука, это более ебанутая ситуация, Придумать себе невозможно, Серьезно. Я сидел, играл, вот так вот. В аппараты сидел. Боже, настроение было охуенное. Я что-то выпивал, я думаю, что-то живот поболевает. Серега, сгорей, что-то таблеточку возьми, там напротив казино было, аптека. Он сделал два шага, оно все сильнее, такая боль начинается. Она что-то понимала, камушек лезет и разрезает тебе хуй изнутри. Вот так вот. Да, и боль такая, что ты не можешь ни сидеть, ни стоять, ты просто начинаешь вот так вот, я снял себе всю одежду в казино. Энбокры насквозь, это все происходит. Боль такая, она не сходит, боль не исходит никак, пока камень не выйдет. То есть тебе нужно обколоться обезболивающими, либо, я там катался по этому казино, А я же не понимаю, это первый раз она происходит. Я думал, умирал. Боль такая, что просто жизнь, невозможно. Все, приехала женщина, скорая в Риге приехала через 5 минут. Колонна у меня обезболивающая, а я там вот так вот, просто я в трусах, в одних трусах. Спасибо за донат, нерегулярный жидкий стул. Слушаю с интересом. Ныне популярный микс от, вероятнее всего, сына Евгения или Дмитрия Киселева в ТикТок. Ведущего пропаганды на СНТ. Ебать, дичь какая-то, посмотрим. Помоги, боль! Ты не можешь ни сидеть, ни стоять, боль дикая. Я меня уколола обезболивающее, сейчас будет полегче. Проходит 3 минуты, что? Я говорю, я раз в рот ебал! Еще, блядь! Что нахуй, достает еще, мне въебало. И ничего не меняется. И она еще такая, я еще краем уха слышу, там Серега говорит, да что с ним? Она говорит, это отслоение какой-то хуйни. То есть, надо срочно. А я думаю, как, что отслоилось? Я ничего не делал, Я ничего не делал никому, Что могло отслоиться, какого хуя? Все, отвезли, капельницу, все дела. И через некоторое время он выходит, камень сам. А ты как камень сам увидел? Да, да, он прям камушек, да. Такой острый, с краями, то есть такой. И все, и как будто ничего не было вообще. То есть все. Ни боли, ни переживаний. Ты просто... О. Все, они говорят, идите, у вас камень. Типа, знаете, что у вас там эта мочекаменная болезнь может быть. Так что делайте профилактику, прочие дела. Ага. И ровно через 3,5 часа я вернулся в казино. Люди охуели там. То есть я только что умирал нахуй. Тогда баба кричала, отслоение сетчатки, хуя! То есть какая-то такая была ситуация. Срочно, И опять, 23, красная. Бессмертный, Сука. Да, это был первый раз. А второй раз через 2 года в Греции. Я уже знал. Что я встаю и уже понимаю, что боль такая, я думаю, о, все, оно. И что ты сделал? Я побежал к Роме, это мой помощник, Роме, стучусь ему, говорю, он открывает, это было 6 утра. Он открывает, я такой, что ты, что? Я говорю, у меня камень лезет. Он говорит, откуда, кто? Человек не понимал, что это такое вообще. Я говорю, камень лезет у меня нахуй из хуя. Он говорит, зачем? Я говорю, что это за строение? Строитель, Я говорю, срочно побежали к врачу. Мы были далеко, где-то на этом побережье, в этом, в гостинице. А единственный врач в колониках, час надо ехать. Ну и все, пока мы ехали час, естественно, 2 раза мы останавливались. Я там бегал, без трусов по лесу. Орал, как резанный, сука. Ну и когда мы доехали, он уже вышел сам. Просто. Короче, одного я похоронил в Риге. Скоро там вырастет дом. А второго вот в Салониках. Показал мир. Да, они все иностранцы у меня. Да. Пиздец какой, противно и смешно прям, не знаю даже, что больше, противно или смешно.